Всем привет! Сегодня у нас обзор казахстанского чая. После шоколада мы перешли к чаю, и вот у нас кенийский чай из Казахстана. Первое хочу что отметить, это чай Тумар. Очень хороший Тумар, оригинальная упаковка, кенийский, мелкогранулированный, высший сорт, 250 грамм объем. Второе хочу вам показать Арман, тоже кенийский чай. Кенийские чаи в Казахстане являются очень вкусными чаями. Чай в Казахстане славится изысканным ароматом и великолепным вкусом, так же как и казахстанский шоколад. Смотрите мое видео про казахстанский шоколад, ссылочки будут в описании. Следующий чай Пиала Голд, именно кенийский. Есть такой же индийский чай, но кенийский нравится больше на вкус и ароматнее. А вот я вам хочу рассказать вот про такой чай Алтын Кесе, тоже кенийский чай. Даже цена в тенге есть, 1390 тенге. А Пиала в подарок. Давайте же его откроем и посмотрим, какая у нас пиала. Итак, достаем ножнички, открываем. А, здесь даже ножничком не надо. Здесь есть ярлычок, который поддеваем, и легким движением руки мы сдергиваем чеку с гранаты. Но что-то у нас так не пошло. Давайте откроем все-таки и посмотрим, что у нас за пиала попалась. О, какой аромат! Вот наш пиала. Смотрите, просто россыпь лежит. Вот такой вот чай, мелкогранулированный. Все чаи кенийские, они мелкогранулированные. Давайте достанем нашу пиалу и будем пить из нее чай. Вот такая вот у нас пиалка досталась из чая казахстанской. Правда, немножко пыльная, грязная, но это ничего. Из нее можно пить очень вкусный чай. Аромат просто восхитительный. Давайте заварим этот чай и посмотрим его цвет. Итак, я вот заварил чай, вот сейчас помешиваю, и он настаивается, и каждым движением ложки он становится насыщеннее, а аромат просто восхитительный. Терпкий аромат, очень вкусный. Смотрите, какой цвет. Наверное, камера не передаст такой цвет. Очень цвет классный. Аромат просто супер. Насыщенный чай. Давайте попробуем все-таки. Вау, очень вкусно. Чай просто супер. И, в общем, другие чаи тоже очень классные, так что пейте чаи Казахстана. Всем пока-пока, ставим лайки. Ну, а кому не нравится, ставьте дизлайки. На этом все, увидимся.